сушилка не крутит. Не крутит, не вращает, гудит. Вот, вот здесь находится специальная посадочная пластиковая для барабана уплотнитель. И вон, вот он. Вот он. Соответственно, он со временем вот там вот протирается. Вот там отверстие. Но я сейчас его заклеил. То есть я на суперклей приклеил вот от войлока. Войлок, может, знаете, у вас остается с Блумберга, там протираются уплотнители. И вот я его сюда наклеил на суперклей и высокотемпературным герметиком замазал. Надеюсь, лет 5 будет работать. Потому что с собой нет такой именно запчасти пластиковой. Нормально сюда литольчику добавим вовнутрь. И все. Все будет хорошо. Такой вот быстрый ремонт без запчастей.